Всем привет, меня зовут Тася, это программа «Вопрос или действие», и сегодня я играю с Аленой. Правило очень простое, у нас есть вопрос, у нас есть действие. Если игрок вытаскивает вопрос и не отвечает на него, то он обязан вытащить действие. Да, ты захочешь. Начинаем! Начинаем! Раз, два. Я понял шутку! Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все, я порезала, и я вытаскиваю действие. Это ведь действие, да? Да. Итак. Я читаю. Взять тазик, ведро с водой и любую ткань. Выйти на улицу, полоскать ткань и петь песню. Я енотик полоскун, полоскун, я стираю свой костюм, свой костюм. Три раза. Это издевательство? Мы можем идти на улицу. Я енотик полоскун, 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 я стираю свой костюм, свой костюм. Я енотик полоскун, 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 я стираю свой костюм, свой костюм, свой костюм. Я енотик полоскун, 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 я стираю свой костюм, свой костюм, свой костюм. Выбирай вопрос. Я второй вопрос. Что поднимает вас наверх и опускает вниз, при этом постоянно находясь на одном и том же месте? Стул? Лифт. Это лифт? Хорошая идея. Что? Ничего. Да. Давай. Эскалатор. Ну, раз ты не ответила правильно, тогда тебе придется выбрать действие. Какой-то парень попадется. Изобразить грозного пингвина! Мне понравилось. Я пингвинчик полоскун, полоскун. Я стираю свой костюм, свой костюм. Я молодец, я изобразила пингвина. Ну, а по традиции я вытащу, пожалуй, вопрос. Действие, давай. Что принадлежит одному человеку, но другие этим пользуются гораздо чаще? Ой, для первого класса задача. 15 секунд. У меня было 10. Гораздо чаще. Что принадлежит одному человеку, но другие этим ну, давай, Алена. Гораздо чаще. Это вообще-то мой телефон постоянный. И это... Я не знаю, что это такое. Пам-пам-пам-пам. Это имя человека. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Ну так. Что, полоскать идем? Одеть свои носки на уши и просидеть так до конца съемки. А мы снимаем 24 на 7. Это наушники. Можно я хотя бы волосами это закрою? Чтобы этого не было видно. Вытягивай. Я возьму вопрос. А почему ты все время вопросы и действия? Потому что если я проигрываю, то у меня классные действия. А какой пробкой нельзя заткнуть ни одну бутылку? Ну, ну которая уже не в бутылке. Ну, пробка теперь, если она вытащена, то ее уже не заткнусь. Какой пробкой нельзя заткнуть ни одну бутылку? Дорожной. Вытягивай. Действие. Сейчас кто-то будет сидеть на скамье в ушах. Только одно было такое действие. Придумай задание своему сопернику. Дай что-то! Почему? Кто мой соперник? Правильно. Ты. Я могу попросить тебя снять носки. Попроси. Хорошо. Снимай носки. Надевай их на руки.
какой знак нужно поставить между шестеркой и семеркой, чтобы результат оказался меньше 7 и больше 6? Русская математика. Я тоже. Тут любой знак. Ну, плюс. Умножить плюс. Запятую. Я обожаю просто вашу передачу. Я буду постоянным гостем, можно? Да, вы издеваетесь. Прочитай слово Weihnachtsplatzen без запинки. Я прочитала. Weihnachtsplatzen. Это же рождественские печеньки, да? Да. О, я знаю перевод. Спасибо Алене за участие в нашей программе. Увидимся с вами в следующем выпуске. Отправляйте свои интересные задания и вопросы к нам на почту. Пока!